Администрация Мирного приступит к строительству парковок. За последние несколько лет количество транспорта в городе выросло в разы. В центре Мирного и возле общественных учреждений мест для стоянок практически нет. Поэтому в администрации представили проекты перепланировки территории Мирного. Подробности у Романа Муконина. Еще несколько лет назад тема парковочных мест для Мирного не стояла так остро, как сегодня. При планировании город считался временным пристанищем алмазодобытчиков и не был рассчитан на перспективу роста. В далеких 60-х никто и не думал, что на его улицах будут ездить тысячи машин. Благосостояние нашего населения с каждым годом растет, поэтому мы видим на улицах очень много автотранспортных средств, очень много автолюбителей, в том числе наши женщины садятся за руль. И ситуация с парковками, со стоянками с каждым годом усугубляется, становится все сложнее и сложнее. Рост числа автомобилей подтверждают и в госавтоинспекции. Там призывают активнее улучшать дорожную инфраструктуру, благодаря чему снизится количество аварийных ситуаций. У нас в 2017 году зарегистрировано 25 600 транспортных средств. Допустим, 5 лет назад их было 25 000. И тут, если количество транспортных средств, принадлежащих, допустим, юридическим лицам, осталось примерно на том же уровне, то количество транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, возросло на 700 единиц. Учитывая сложившуюся ситуацию, в городской администрации показали проекты перепланировки территорий для строительства парковочных мест. Они появятся у здания поликлиники, инфекционной больницы, городской стоматологии и наркологии. Подробные 3D-проекты были представлены на совещании, где с ними ознакомились сотрудники всех заинтересованных ведомств. Поддерживают городские власти и автолюбители. Они устали от отсутствия парковок и загруженности центральных дорог. Будет хорошо, в принципе, если так будет побольше места, чтобы останавливаться, что где-то можно оставить машину. Не так сказать, что по бокам ставят, как вот обычно, с аварийками, а если будет парковочное место, я думаю, будет вообще замечательно. К строительству парковочных мест приступят в весенне-летний период. Также в этом году городская администрация планирует полностью обновить дорожное полотно алмазной столицы и внутридомовых территорий. Алроса готова выделить на это около 200 миллионов рублей. Но пока эти планы в стадии разработки, так как еще не утверждены наблюдательным советом компании. Роман Муконин, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край».